В этот корейский Новый год трое двоюродных сестер решили сделать посиделки с родственниками. Зятями, двое зятев, один брат. Вот они готовятся здесь. А куда Рита убежала? Рита, давай. Рита. Куда убежала? Только что Рита была здесь. Вот Рита. Привет, Саша, вот. Давай идем. Сашуля, иди сюда. Вот трое двоюродных сестер решили организовать. Вот, это племянница. Саша. Вот решили посидеть. Вот они готовятся здесь. Вот так. У нас в Ташкенте сейчас тепло. Очень тепло. Нет, по сравнению с тем, что недавно было днем 20-21 градуса мороза. Ну, я вам рассказывал, товарищи, вы все видели, действительно было холодно. А сейчас солнце светит. И главное, у нас в Ташкенте, конечно, жители Ташкента знают все это, но для многих будет интересно узнать. У нас каждую пятницу в Ташкенте раздают бесплатно хлеб. Каждую пятницу. Вот возле нашего дома 4 магазина раздают хлеб. Поэтому кому нужно, всем хватает. Всем хватает. Тоже это ведь. И сильные морозы раздавали горячую пищу. В каждом районе открыли пункт питания, раздавали горячую пищу. Поэтому у нас интересно. Сейчас они... Сестры накроют стол, и я вам покажу еще, как, что за стол. Вот, сестры. Нет, молодцы. Мне всегда нравится, когда родственники близко общаются. Что нам остается? Я очень люблю общение. И кто хочет со мной общаться, я всегда с удовольствием общаюсь. С большим удовольствием. Ну, а если человек не хочет общения, насильно мил не будешь. А так я люблю общение. Вот, Рита, что-то там зелень шинкует. Ну, я еще вам покажу стол. Вот и стол накрыли. Сейчас будем сидеть кушать. Вот Марс наливает уже 100 граммчик. Кушанье. Да. Сейчас и увидите, как Марс вроде бы пить бросил. А сам пьет. Вот все. Это наша племянница Саша. Уже наливаю. Это трое двоюродных сестер. Все. А кто там? Что-то звук какой-то был там. Вот такие напитки у нас. Вот такой стол, что-то там, голубцы, что ли. Не, он не пьет. Кому воды? Не, он не пьет. Вот Рита приехала с России. С Москвы, скажи. Привет. Да. Иностранцы наши. Это Аркадий или Александр, как? Нет, а вы здесь вот Линка же, вот Рита. Эльвира Валентиновна. Помашите, пожалуйста, рукой. Люди хотят видеть, кто Эльвира Валентиновна. А это моя супруга. Привет, Вера Владимировна. Но я особо хотел бы отметить Марса. Он с Жакургана очень часто приезжает в Ташкент. Навещает сестер, родственников. И мне что нравится, я к нему с большим уважением отношусь. Марс, слышишь? Посмотри сюда, пожалуйста. Очень с большим уважением отношусь. Это такой товарищ, да? Беспокоится за всех своих родственников. А за сестер слов нет. Поэтому я к нему с большим уважением отношусь. А сейчас, а это у нас Саша, студентка консерватории.
Скоро мы ее, наверное, увидим. Где-нибудь на сцене. Ладненько. Приятного аппетита. Да. У меня аппетит разогрелся. Сажусь кушать. Да, видите, с Новым годом чокаются. Нет, конечно, приятно со своими родственниками посидеть. Последние годы ведь не только у нас, наверное, не получается часто со своими родственниками, родными посидеть. Ладненько, пойду кушать. Вот их уксе принесли. Ой, сейчас. Вкусно, очень-очень вкусно. Зита сегодня постаралась. Говорят, еще утка будет, да? Да, утка запекается, подрумянивается. Скоро будет готов. Яблоки с уткой. Да. Нет, не скажи. А я свою порцию уже съел. Может, дать еще? А ну, чего вы такую четвертиночку взяли? Нет, вкусный, спасибо. Вот и утку несут. Ой, какой аппетитный. Какой аппетитный. Что совсем успех стал? Ой. Ой, Рита, молодец. Садитесь. Садитесь, кусайте. Он и говорит, какой аппетитный, курица или там утка. Сейчас будем кусать. Слушайте, только нету этого самого. Какой аппетитный, утка, говорит. Вот у меня есть вилка моя. Ой, не смеши, пожалуйста. И так обожрались, невозможно дышать. Невозможно дышать тут на смешении. Можно перерыв сделать. Мы просто, да, мы сфоткали. Будем сидеть. Ладно, пока не смеются, мы будем кушать.